Hello world, back to snow racing with the comrade Atomney. Ну что, товарищи, назад снежные снегоциклы с товарищем Атомным. Мы находимся на самых сложных трассах. So that's the most hardcore and hard to master tracks. And the comrade Atomney tries to show you the masterclass of how to not to race. И товарищ Атомный, вам сегодня лидер, бесспорный лидер с конца этих гонок, хочет продемонстрировать, как, собственно, не нужно ездить и какие опасности вас подстерегают при езде в тумане, в пьяном виде, вот, на снегоцикле по неасфальтированному снежному бездорожью. Ладно был бы асфальтированный европейский снег, это было бы другое дело, да? Было бы гораздо удобнее. And like Comrade Atomney tries you to teach right now how you actually can drive drunk in fog on like not asphalted track created for inhuman conditions, and like you can learn how not to drive in these conditions, like, but you can also learn how to drive in this condition. And in that case, if you will learn how to do that and implement that in real life, the police would give you a citation for violation the the law. В общем, что сказать? И вы, конечно, можете не учиться. Здесь, как вот товарищ Атомный ездит, собственно, без страховки, без, можно сказать, даже без руля. В пьяном виде, вот в тумане, по неасфальтированному этому самому снежному бездорожью. Вы можете повторять за это, можете даже чему-то научиться, но потом не удивляйтесь, если вам вдруг полиция придет и выпишет штраф. Вот как бы ничего удивительного, потому что на самом деле правительство не хочет, чтобы вы владели такими технологиями, такими методиками, как побеждать на даже профессиональных гонщиков в пьяном виде на неасфальтированном бездорожье. Потому что если вы сможете сделать это в таких условиях, то уж на асфальтированном бездорожье, да еще и трезвым, за вами просто никто не сможет угнаться. Вот это чистая правда, поэтому правительство не хочет, чтобы вы владели данной технологией. So the government doesn't want you to know the methods of how to properly drive on like off-road, non-asphalted conditions when you are drunk in the fog. Because if you will capable, if you learn that method, that means that you would, if you can do this in those harsh conditions, that you will be unstoppable on the asphalted like off-road tracks. And of course, the government doesn't want that. They don't want that because otherwise the police would be without the jobs because they won't catch you. They are too stupid to do that, and they are not capable of catching you at all and driving those conditions. No. Maybe they can. Maybe they can. But what if they don't? And that would be a problem for the government. And Of course, in that case, just in case, they forbid those methods to come true. So you need to understand that there is a plot behind all those methods of drunk driving in a fog on off-road conditions on a snow bike, but you can also use that on driving in the same conditions airplanes. В общем-то, методика подходит, ну вы поняли уже, да, она подходит для снегоциклов, но на самом деле, то есть вы можете научиться на снегоциклах ездить по неасфальтированному бездорожью в туман и пьяным, да, и это, конечно, будет большая угроза для западного мира, но вы еще можете эту же технику, вот немножко видоизменив, буквально чуть-чуть, понятно, можно мотоциклами, да, применять аналогично, но по грязи уже. Но если еще чуть-чуть видоизменить, то в таком же состоянии, в таких же условиях, на этой же трассе, вы успешно сможете водить самолеты, как садиться, так и взлетать.
Вот. И все это в пьяном виде, в туман, когда другие самолеты не летают, а у вас полетит. Понимаете? И мило полетит. Все даже удивляться, как это возможно-то. Вот. Поэтому вы всегда можете всех удивить, приятно, в том числе своих родственников, взлетев на самолете с подобного полигона в туман и метелицу, да еще и выпившим. Если вы взлетите, пожалуйста, запишите это на видео и покажите. Это нужно для потомков, чтобы они знали, что оказывается, в принципе, и такое возможно. Да, то, что считается невозможным, на самом деле возможно, да и люди совершают регулярно. Как бы. Вот так. И вы тоже можете совершать регулярно. About driving airplanes in these conditions in the fog with when you are drunk. Actually, if you will learn that, and if you will do that, you can please record that video to like see that actually human capabilities is more than everybody thinks. And like that would be a total proof that something that was impossible, that everybody thought that cannot be done, you actually did, survived, and that under influence of alcohol and in the fog. So please send. But if this won't happen, then the criminal logic could establish that this was a bad idea. That also would be very useful to the people and, you know, to the world, so you can, be remembered. Be remembered for those, you know, experience in this matter. Поэтому, вот, собственно, я вам и рассказал, как стать легендой, да. Даже если у вас не получится взлететь пьяными в туман снежной бездорожной трассы на самолете, да, даже если не получится, но вы запишете это на видео, то тогда это будет поучительная история о том, как делать не надо. И это тоже оказывается полезным, понимаете? В любом случае, то есть, если вы слушаете советов, которые я даю, да вы в любом случае как бы приносите обществу большую пользу. Вот, поэтому надеюсь, что кто-нибудь мотивированный такой решится воплотить указанный замысел, да, хотя я ничего не советовал, это исключительно ваше личное решение, да, и, возможно, вы меня просто неправильно поняли, если вы будете вдруг это делать, и ко мне какие-то претензии предъявят, да, поэтому это надо указать. So I need to say that if you will conduct the videos and you will actually use the advices I gave in this video, I need to say, like, I need to make a claim that you misunderstood me. Just in case I'm telling that you misunderstood me wrong, and, like, if something is wrong, so I always can say that, well, that was a misunderstanding, that was not what I'm trying to say and persuade. But if you will succeed, then of course I will say that I'm the first one who advised that, and he done that only because I recommended. So that's the way of progress. I think I explained you pretty much. If you will learn my lessons, you will become the most progressive person in the world of maybe dead, but maybe undead. Who knows? Drunk dead drivers, or airplane pilots. Так, поэтому давайте едем дальше. Может, мы, кстати, здесь когда-нибудь найдем ежика. Вот, я вот все время еду и ищу, я жду его. А он лошадку ищет. Вот, хотя бы мог бы найти из мотоциклиста на снегоцикле, да? Это было бы более реалистично в данной ситуации. Ну вот, чисто вот, вы смотрите, снегоцикл вы видите, и вот они, их много даже, да? А лошадку не видите, да? И ёжик его её не видит, лошадку, и много у неё не видит, и не увидит. Вот, а снегоциклы, пожалуйста, вам. Вот, второй круг, я на пятой позиции уже сдал много позиций. Но это я сдал, знаете, это тактический, стратегический манёвр. Он заключается в том, чтобы противники как бы слегка расслабились, да? А потом будет рестарт, вот, и никто такого не ожидал, кроме вас, да, вы уже привыкли, я вам просто рассказал некоторые секреты. А вот никто из противников не ждал, и поэтому никто из них не доедет до финиша, и в итоге когда-нибудь таки, все-таки выиграю я.
Вот такой вот план. So, now I will speak about more a strategy of racing and tactics, you know? So, what my strategy in this, you know, that racing is not only for, like, dumps, there's actually strategy and tactics behind all of that. And, well, my strategy is to give opportunity for other drivers to feel, you know, that they are superior. To give them a opportunity to be first and to be, you know, like resting on their success. And in most unexpected moment, I'm gonna go first and win. But we need to wait for needed moment to come when actually all the stars would align in proper position and the correct moment would be for me to win. And in that case, nobody would expect, for example, nobody expected here that I would be first, yeah? And this is the moment where I need to be first. But of course, for reasons of unexpected surprise for the enemies, I will give them opportunity to take better places, but that's only the tactical decision for the situation when then I will be first. В общем-то, смотрите, мы ждем вот момента. В гонках очень важно выждать момент. Момент, когда противники не ожидают, что я окажусь первым. И чтобы они не могли ожидать, чтобы они не могли предугадать, да, я тоже должен не знать, когда я окажусь первым. То есть, это, понимаете, это такой сюрприз, что если меня вдруг словят и начнут пытать выведывать информацию о том, в какой момент я собирался быть первым и как я собирался побеждать, а я не смогу им ответить. Это как бы принцип партизанства в гонках. Вот, воплоти. Вот. Зачем он нужен, вы спросите? Для того, чтобы побеждать. Вот, для того, чтобы неожиданно для всех взять и приходить, ну, хотя бы, вы знаете, не последним. Это тоже большой талант, потому что на самом деле все вот эти гонщики, которые здесь гоняют, это ведь отборные люди. Они же не взяты просто с улицы, да? А они отбирались. Конечно, тоже с улицы, но отбирались. Вот. Внимательно, пристально, и там был серьезный отбор. Поэтому их нужно как бы... Ох ты, елки-палки, куда это я попал и как это я попал. И нужно вот так вот на финальном кругу, да, на финальном отрезке неожиданно проиграть, чтобы на самом деле они расслабились и победить. Вот так вот. So you see, there was on the last lines, like on the finish line, I was again very unexpected, gave them opportunity to win in order other drivers to feel like safe. And this false safety give them the impression that the race would be finished. But then I've used the tactical advice to restart the level and like, let's go next. And you see, now nobody expects that I'm gonna be first. But this is not my plan. Because if that would be my plan, then of course, I would let you know. But I'm not letting you know, so because that's a secret, you know. When I gonna be the first and when the everybody would be not expecting my victory, total not expectations of my victory. For example, here is everybody expecting that I will not win. Okay, I guess something, some flaws could be in my logic. Yeah, I need to accept that there is possibility of flaws in my logic. But this is still the best logic that I have. В общем-то, конечно, в моем плане есть недостатки. Тут не стоит скрывать этого, как бы, и стесняться, что план не самый лучший, вот, не все продумано в нем. Но согласитесь, пока что это лучший план из всех представленных. Вы просто вот от вас какой-то план поступал? Нет, никакого не поступало. А значит, тот план, который я предложил, он является лучшим. На данный момент вот, ну вот просто понятно, что есть недостатки, понятно, что его нужно доработать, но пока, это лучший вариант.
И раз вас никто не научил правильно ездить на снегоциклах, то хотя бы научиться неправильно, это как бы тоже правильно, да, в данный момент. Ну, я считаю так. А вы можете сказать как бы свою точку зрения, которую я все равно слушать не буду, вот, потому что я могу ее только прочитать. Но если вы запишете звук, то я, конечно, и прослушаю. Вот, как бы. Обязательно прослушаю, вы даже не ленитесь, вы можете вот прямо взять и записать звуковой ответ. Вот, я его обязательно послушаю, вот, и скажу, отвечу. Вот, потому что на ответы я считаю правильным. Не всегда, но в большинстве случаев стоит отвечать. В других случаях стоит задавать на один вопрос другой вопрос. Это тоже правильно. Но не всегда. So, I don't know whether I can, like, complete this track at all. Like, I don't feel that at all. I'm like, the first lap, I can be first. Then I lose my positions and I cannot hold till the victory positions till the end of the race, you know. В общем, что могу сказать? Нужно как-то побеждать, и вот я стараюсь как-то, да. И вот на этих гонках я не могу удерживать долго первую позицию. Вот это впервые я на втором кругу, как бы, и был еще на первой позиции. Ну, сейчас на второй это уже более привычно. А вот первая позиция, да, на втором кругу, это прямо что-то с чем-то, я вам скажу. So yeah, that's unexpected that I'm still like in the lead on the second level and on the half of the second lap. So that's happening something unexpected, yeah? And you remember my strategy. You remember my strategy, yeah? So this is happening something unexpected. So soon, very soon, I'm gonna win. Поэтому, смотрите, уже происходит что-то, что никто не ожидает. И вполне возможно, что тот момент, то время, когда я внезапно выиграю, что этот момент уже близок. Он, конечно, не так близок, как вам кажется. И уж тем более не так близок, как кажется мне. Но, тем не менее, он приближается. И здесь другого варианта просто быть не может. А почему? Потому что другой вариант, в него нельзя верить. Если вы в что-то не верите, его не существует. Вот, допустим, вы не верите в кенгуру, его нет. Вот так. So I can say that, like you see, that was unexpected that I will not win here. И вот тут было неожидаемо, что я не выиграю. Хотя я шел очень хорошо. Очень хорошо шел. А, ведь нужно было ехать, да. Ну, вот это неожиданный такой поворот. Вернее, поворот-то ожиданный был для вас, но не для меня. Потому что я, что? И слегка пил. Вот только и всего. Okay, so driving on. And like I'm still first, but that's not for long. And now I'm losing the control. А вот теперь я теряю управление. Yeah, that's sad. But not really bad. I hope that's not really bad. Okay, I'm not the first. Я не первый уже. But I'm not the last, но и не последний. Will not finish this race. То есть я не первый, не последний, кто не закончит эту гонку, да? Поэтому, как бы, можно спокойно. Иду вторым пока, вообще неплохо. Second place on the first level, that's like, I can do better. Я могу лучше сделать, like, and why I'm losing control? What happened? Что происходит? Like, I'm flying in the abyss. Летел где-то в песне, да? It is really interesting, would I manage to complete this track? Даже очень интересно, смогу ли я закончить эту трассу.
Not only today, but like, you know, in the next episode, or how many episodes, like, actually, I need in order to finish the single track. И вопрос теперь стоит диалектически. Понятно, что эту трассу я когда-то закончу. И весь интерес представляет то, а когда я закончу, собственно, эту трассу. Навряд ли в этой серии, ну вот если честно, да, говорить, навряд ли в этой серии я смогу закончить эту замечательную трассу, потому что, не потому что эта трасса сложна, а потому что она очень классная, и она мне нравится, понимаете, и мне хочется на ней побыть побольше, вот. И для вас тем более сюрприз, да, то есть вот сколько мне потребуется серий, чтобы проехать вот эту замечательную дорогу, проложенную каким-то неизвестным, но явно криворуким мастером, потому что трассы по бездорожью, это будет небольшой секрет, они всегда прокладываются криворукими мастерами. И, возможно, вы даже знаете этих криворуких мастеров, которые где-то находятся рядом с вами, но вы как бы не знали об этом, потому что на самом деле криворукие мастера всегда стесняются, ну вот как бы, понимаете, они стараются не показывать своего мастерства из-за очень того, что они очень скромные, да, хотя на самом деле невероятно талантливые и профессиональные люди в своей криворукости, ну как бы так. I can say that you know actually that you that the tracks for off-road racing are developed by the people with the broken hands. And like that's a secret that they try to hide from you in order not to disturb the population about the problems of masters with broken arms, you know, or like masters that do not have arms at all. And they also don't have brain at all, and you know that the masterpiece, the art, you don't need any thoughts, and so you don't need actually brain to create a wonderful art. And those masters, they see the off-road track as the masterpiece of the worst conditions you can find on the roads, like that. That's what's the reality. So in order to create a good off-road track, find the worst things in the roads that you can find and combine them together. And that would be a wonderful and masterpiece racing track for alcoholics in the fog. And you can write down me for me that you actually done that. And I will give you a prize. But before, somebody would give you a sentence. So, try to do that. Поэтому вот так вот мы стараемся... Вообще-то стоит, да, почитать криворуких мастеров. Стоит их и почитать, что они писали. Но как бы не зачитываться, потому что... Потому что все равно вам это не поможет стать настолько криворуким, как эти мастера. Вы можете стараться, но ваша правильность, ваши правильные благочестивые помыслы, которые, хотя вы думаете, что у вас их нет, но на самом деле они есть в глубине души, ваш перфекционизм и стремление быть идеальными не позволят вам стать мастерами, да? Тем более криворукими мастерами. Даже если вы будете пить, у вас все равно не получится достичь тех высот, которые достигают эти люди на трезвую голову. И поймите, даже если вы хотя бы чуть-чуть приблизитесь, алкоголь всего лишь, понимаете, частично и временно дает подобные навыки. А вот на постоянной основе вот такая криворукость, она воспитывается годами, поколениями, я бы даже сказал, да, в основном рабочих.
Вот. И ведь подобные вещи на Западе считаются невероятно классными. Ведь вы подумайте, а что из себя представляет гоночная трасса? Это на самом деле худшие элементы обычных дорог. Вот все, что вы видите здесь, вы ведь на самом деле можете увидеть на любой дороге, если вы выедете. Но только на наших дорогах все эти вещи, худшие, вместе не совмещены и не концентрированы. А здесь они концентрированы. Поэтому, чтобы построить отличную гоночную трассу, нужно брать не лучших рабочих и лучших инженеров, а худших рабочих и худших инженеров, которые еще и выпили. И вот если они создадут трассу, для вот работая так, как они могут работать на своих там асфальтоукладочных автомобилях и прочее, то трасса бездорожья будет шедевральная и лучше, самая легендарная в истории человечества. Именно такие люди, поэтому, понимаете, вы вот говорите, они криворукие или бухие, все это или бухие и криворукие, но на самом деле, если их применить правильно, то они создадут шедевр. Потому что в противном случае они, получится, возьмут и проложат полностью ровную, абсолютно крутую трассу, которая идеально, да, подходит для обычной езды, и как бы нету никаких проблем. А на таких трассах, конечно, ездить по бездорожью вообще невозможно, потому что тогда нету бездорожья. Ну, они не могут так. Они стараются, но они созданы не для этого. Некоторые люди просто созданы для другого, да, для более высокой такой спортивной цели. Вы смотрите, что происходит. Снова последнее, это самое, круг, final lap, and I'm still on the track. That's something amazing happening. I guess the stars aligned in the line, and we see this impossible thing that the final turn, and comrade Atomny is the first impossible on this track. Невозможно на этой трассе представить себе, что до конца эпизода товарищ Атомный смог таки преодолеть свой алкоголизм и кривые руки, и на этой абсолютно прямой трассе, которую он воспринимал как кривую, он смог бы таки доехать до финиша. Невероятно. Ну что, теперь каньон, озеро в каньоне, но это мы уже увидим в следующем эпизоде. So, till the next episode of our racing with Comrade Atomny and Drunk Masters who created this masterpiece of tracks.